Прекрасная новость для поклонников Айпа Навруза. Похоже, молодой актер наконец-то определился с новым сериалом, и зрители увидят его на экранах совсем скоро. По сообщению известной журналистки Берсен Алтундаш, один из самых перспективных молодых турецких актеров Айп Навруз получил более 30 сценариев к проектам как на телевидении, так и на цифровых платформах, став своеобразным рекордсменом по количеству предложений. Первоначально ему понравился сценарий военного сериала компании Goldfilm, однако проект отменили. Затем продюсер Фарух Тургут предложил Айпу почитать сценарий сериала государственного телеканала ТРТ-1 «Дети Джанет», который пришелся Айпу по душе. В четверг продюсер официально поприветствовал актера в касте нового сериала. Напоминаем, что сериал по книге Атике Хинчлиер «Сердечная боль» расскажет историю сильной женщины по имени Джанет, пытающейся поставить на ноги своих детей, и запутавшегося в алкоголе и депрессии мужчины, способным и на жестокость, и на раскаяние. Главную женскую роль в проекте сыграет Айча Бингуль, хорошо знакомая зрителям по сериалу «Бесценное время», автор сценария нового проекта Айла Хаджи Гулары и фильмер Асчинар. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.